Друзья, я рада приветствовать всех, кто зашел на мой канал «Сама себе огород». Сегодня у нас 21 декабря, и все мы готовимся к Новому году. Все хотим навести порядки, постирать, например, тюли, погонять пыль. И я, например, очень люблю потолочные карнизы и хочу обратить внимание на тюль, как я ее стираю. При покупке тюлей и также вот этих лент всегда продавец говорит, что можно прицепить эти крючки и, не снимая, их стирать. Ну, это я сделала вывод, что это все-таки не так. Это грубая ошибка рассчитывать на то, что не повредится тюль. Это, конечно, удобно. Мне очень нравится то, что такие крючки и то, что эта лента с этими петлями, это очень удобно ими пользоваться. И пробовала я, конечно, стирать вместе с этими крючками, хотя и одевала их, собирала тюль в кучку и вкладывала в наволочку. Ну, раза два стирала так, но на третий раз все равно появились вот такие повреждения на тюле, вот такие дырочки. Как бы там ни было, но все-таки машинка стиральная, пусть она автомат, хоть и ставишь на бережную стирку, но все равно крючки есть крючки. Где-то прижалась, где-то в барабане там попала. Ну, это очень большой риск. Допустим, здесь у меня тюль недорогая. Но если стирать дорогую тюль, как, например, у меня есть в зале, и она очень большая, 6 метров, да пусть лучше потратите время и снять эти крючки, и потом опять нацепить, чтобы не рисковать и не расстаться с красивой, например, тюлью. Поэтому я считаю, лучше не рисковать. Вот и все, друзья, о чем я хотела сегодня поговорить и на что обратить внимание. Не повторите моих ошибок. Вот и все. До новых встреч и будьте здоровы!